Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрай 1987, с вами Неф, и сегодня я хотел бы сделать небольшой обзорчик на очень быстрый браузер, который прям летает. Конечно же, он, как вам сказать, не такой популярный, не такой известный, но у него даже встроен уже Adblock Plus и много каких преимуществ даже. Ну, сейчас все это попробуем показать. Браузер это Maxton. Видите, как быстро просто запускается. Все, щелк, и он открылся. Никакой Яндекс так не запустится. Все, здесь видите, у меня уже все открыто, к примеру, да? Сейчас мы настройки сделаем, к примеру, вот то, что мне нужно. Оп. Вам не... Когда будете, кстати, устанавливать этот браузер, вам надо будет обязательно зарегистрироваться. Регистрация ничего сложного, оставить свой номер, вам придет смс, и дальше там просто создать свой пароль. Вот и все. Так, ну, основных сейчас еще надо мне тут повозиться. Так, нужно открывать мне последнюю сессию. Да. Последняя сессия, что у меня тут? Вот. Открыть все, короче, сделаем. Вот и все. Вот, то, что у меня было, что я сейчас смотрел. Вот, настройки, вот как раз настройки тогда. Это я ВКонтакте проверял, это я проверял на Ютубе. А на Ютубе, как вы видите, можно открыть и показать рекламу, чтобы вы видели, если хотите. А если не хотите, пожалуйста, все, реклама скрыта. Очень все удобно. Также боковую панель можно убрать, как вы тоже вот это вот видите. И сейчас мы проверим, к примеру, как быстро запускается видео. Как открывается все. К примеру, вот, давайте там что-нибудь. Зомби. Оп. Ага. Понятно. У меня ничего нету. Хе-хе-хе. А, еще скачать видео уже можно сразу же. Тоже шикарно. Ладно, что, другое видео. Вон, другое видео есть. Все запускается, как видите, очень быстро. Щелки, все, видео открыто. Останется только установить. Да, установить. Вот, пожалуйста, как раз видите. Установка плагина флешплеера. Все моментом делается. Очень все быстро. На YouTube давайте что-нибудь зайдем. Чуть тыкнемся. Куда-нибудь. Просто откроем. Как видео загружается. Сперелся доля секунды. Опять в игрушки играешь? Займись чем-нибудь полезным. Ну, это мы все можем пропустить. И, как вы видите, браузер очень быстрый. Мы позже его перезагрузим. Тут сразу же ведь есть все нужные нам вкладочки, куда заходить. Более популярные. Так что вот. Вот оно. Страница рабочая. Ну, у каждого свой аккаунт будет. И че, я хочу сказать. Давайте домашку сам открываем домашку. Вот он так выглядит. Вот и все. Цельсию мы сделаем. Пускай наша цельсия будет. Заходим туда-сюда, туда ходите. На почту также. Также вот браузер можете выбрать, который вы хотите. Поисковик искать. Все очень удобно, все очень просто. Прям шик-блеск, красота. Так что вот, ребят, преимуществ очень много. Можете даже тут настроечки. Настройках все пошарить. Есть дополнительные настройки. Фу, вот сюда залезть. Тут все можно прошарить. Все дело сделано, как говорится, для вас. Очень удобный браузер. Так что всем советую. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить либо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии.